Добрый день, скажите, пожалуйста, вы не в первый раз в Бельцах. Как сегодня данная встреча отличалась от прошлой встречи? Ну, в прошлом мы встречались с теми, которые были. Сегодня были люди, которые не только члены, но и те, которые интересовались нашей партией. Вопросы были разные. А какие самые такие острые вопросы вам понравились? Вопросы самые острые – это про коррупцию, потому что это самый больной вопрос. Про кражу в банковской системе, про Экзак. Ну и про некоторые реформы в образовании, которые... Скажите, пожалуйста, какое отношение у вас к Ринату Усатову? Много раз нелицеприятно отозвался о вас. Ну, я не комментирую то, что говорят другие политики про меня. Мне кажется, что это неконструктивно. Меня интересует, что люди думают обо мне, и я могу ответить людям. А другие политики, у них свои планы, свои адженды. И я не думаю, что нужно комментировать. Ну, скажите, пожалуйста, куда вы сейчас поедете, какие будут еще встречи в будущем? Полежно. Сейчас будем встречаться в Полежно с теми, которые... Информировать людей про нашу партию, потому что... А более мелкие населенные пункты, села? Да. Просто сегодня нет. Вчера, например, я была в трех селах в районе Варги. Все, спасибо большое. Извините.